не всегда, к сожалению, наполнение торгово-экономического взаимодействия соответствует вот тому уровню политических отношений, который достигнут в настоящее время. Это не только, я бы сказал, вина двусторонняя, скажем так. Это, если посмотрим, что происходит в мире, то вы можете согласиться со мной, что вот эти события, пандемия, конфликты оказывают влияние и на торгово-экономическое сотрудничество между различными государствами, в том числе между Беларусью и Таджикистаном. Но визиты подобного рода всегда важны. Этот визит особенно важен, скажем, потому что действительно происходит такой сложный, трудный период. И важно было определить те точки, направления взаимодействия, которые позволят нам не только сохранить нынешний уровень, но и достичь больших результатов. Я вижу, что этот визит действительно очень удачный, успешный, и что нам это удалось. Определены четкие, конкретные направления, по которым мы должны двигаться. Подписана дорожная карта. Ну, если быть точным, 38 мероприятий, касающихся нашего взаимодействия в различных сферах и областях. И это конкретные направления, конкретные проекты, конкретные программы. Вчера, сегодня встречались и встречаются министры белорусские со своими коллегами, руководители предприятий с теми субъектами хозяйства Таджикистана, которые заинтересованы в развитии сотрудничества с Беларусью. И помимо вот тех 50 миллионов, которые вчера были, контракты, по которым были заключены вчера в рамках бизнес-форума, сегодня, я думаю, не думаю, а знаю, что появятся еще дополнительные суммы в этом плане. Что очень важно, что во время встреч и президента, и со своим коллегой, президентом Таджикистана, и с премьер-министром Таджикистана были обсуждены какие-то проблемные моменты, связанные с торгово-экономическим взаимодействием. И были приняты конкретные решения по тому, как снять эти проблемные моменты, которые позволили бы нам еще более активизировать наше торгово-экономическое сотрудничество. Поэтому визит действительно очень важный, насыщенный. И не секрет, что между руководителями наших стран поддерживаются тесные дружеские отношения, что очень важно, что эти отношения перекладываются, проецируются и на, скажем, более низкие уровни. И это позволяет коллегам, министрам обсуждать очень открыто, доверительно все вопросы, связанные с нашим сотрудничеством, и решать действительно все проблемы. А, как сказал президент, закрытых тем у нас нет. Обсуждались буквально все аспекты нашего взаимодействия, начиная от сельского хозяйства, промышленности до военно-технических вопросов, это не секрет. И я убежден, что в ближайшем будущем это даст свои плоды.